эта вот эротическая груша, они бывали даже неприличные, но это вот такая. Она была первая, мы с Эмилией Марковной ее увидели. Сашины работы очень востребованы, их тяжело выцарапывать, они если куда-то уходят, потом все. Они, ну, оседают в частных собраниях, в музейных собраниях, никто уже потом этими работами, их на вторичном рынке не бывает, потому что если его работы появляются в доме, с ними не расстаются потом. Было несколько вещей знаковых, которые я пытался найти, но там распределял их Союз художников, там уже вот, не достать. И здесь у нас получилось следующее. Те вещи, которые очень нравились мне и Юле, Саша считал их незрелыми, но наши эстетические пристрастия такими странными. Он делал ставку на совсем другие работы. Поэтому первый вход в зал – это то, что Александр посчитал необходимым, чтобы увидели зрители. А вот эта часть, это кроме швейной машинки, это мое собрание. Вот. А теперь вот сам знаменитый художник Александр